Всем привет! И мы будем реагировать на фандом 13 карт срачей. Если видео вырубится, тогда я не виноват, это мои нервы сдохли. Скажу сразу, мы этих персов не увидим. Ну, а точнее, бубновых. А мне нравится эта трансформация слова «подонок». Еба, чё? Я испугалась от этого крика. Вот идёт спокойная музыка, а потом бац, и опять крик этот. Логично, логично. Без комментариев. Классный шип. А Вару пофиг на это. Вару, ты куда босиком пошел? Джокер, ты чё, из мира мёртвых вышел? А? Почему ты такой белый? А кто такой Куракума? Я знаю только Курамаку. Анти-яущики, отойдите от экрана. Зонтик, ты чё, пику изменяешь? Стоп, а куда очки у Куро пропали? Скримеры! И да, я знаю, что этот сериал вышел 2 года назад, но неважно. Я это ускорила, потому что она говорит просто дисклеймер, там, и она приветствуется и просит, чтобы на нее подписались. Сначала его называют Куракума, а потом Куру. Вот я не понимаю, что с глазами Джокера, почему они стали желтыми, а не синими. Пико нужен Вару или Зонтик, я не понимаю. Кто встречается? Ой. Зонт, мне кажется, ты спалился перед Куракумой. Теперь я буду называть до конца жизни. Очки исчезли. Все, Курамаку сдох. Ну, то есть курилка, Куракума. Это было ускорено, так как мне в видео, получается, не хватит. И он там просто идет. Угу.
Ну, я также сделаю. Реакция будет на третью часть, если тут будет хотя бы 10 лайков.